25 сентября 2021 года CEO международной компании Around World Евгений Добровольский пригласил почетных гостей, членов и делегатов Международного дипломатического клуба Amicability в свою резиденцию, где прошла уникальная акция «Музыка во имя мира на Земле». На этом импровизированном концерте выступил Александр Гиндин, заслуженный артист России, преподаватель Московской консерватории, лауреат международного конкурса имени королевы Елизаветы, а также лауреат Кливлендского международного конкурса пианистов. Также на этом концерте выступил известный российский дипломат и композитор Давид Вазгенович Манацаканян. Кроме того, на вечере выступили артист театра и кино Олег Лебедев-Бавольский и певец Сергей Борзов. Масштабный проект Around World предлагает вам погрузиться в удивительную реальность. Авторы проекта – известные российские бизнесмены Тимур Шакая и Евгений Добровольский. Look around and you'll see the world is beautiful. Keep it in your heart.